Смелее отзывает. Запускаем сюда мотор. Смотрите, он что делает. Даже вчера показывал, запустил. Значит, на 75 тысяч оборотов. Он крутится, крутится, видите? Нагрева почти нет. И заряжает ионисторы. Обратным током, так как оно на постоянных магнитах. Видите, идет зарядка ионистора одновременно. И ток не сматывается, как видите, стоит. То есть откатывается и ток назад. Зачетчика не сматывает. То есть вещь хорошая, это еще не на полную он. Он должен, видите, сейчас два тока, а он на 11 вольт. То есть на 2 это у него, значит, 11 на 2, 5, 5 где-то. Пятая часть мощности у него сейчас. Пятая часть мощности это, значит, 15 тысяч оборотов у него сейчас в минуту. То есть вещь хорошая. Надо брать второй такой, надо брать побольше и делать на него. Если был большой, то он бы заряжал махом. И они строите. И так же бы не сматывал. То есть вот это первый на нем опыт. Дальше будем продолжать опыты. Но видно, что это мотор супер. Супермотор. Сейчас схему покажу. Схема. А, сейчас покажу его, вот, если кто-то хочет купить, вот он. Видите, 50 тысяч оборотов. Красный магия. Бомба. Бомба. То есть он, значит, заряжает ионисторы. И дает работу кручением. При этом, значит, ток не потребляется. Так вот как стоял, счетчик так и стоит. Дальше его будем запускать на больших оборотах. Надо еще подобрать, значит, напряжение к нему, чтобы быстрее это все шло. Чтобы быстрее это все шло. На сегодня так, спасибо, значит, будем продолжать на нем опыты. Вещь хорошая. Только начало на нем, только вчера, как я показывал, вчера пришел только. А пока всем спасибо за внимание. Вам удачи, здоровья, успехов в труде и обороне.